Чтобы эдиты... Какие эдиты? Чтобы Никоглай воскрес в интернете, блядь, давай. Слушай, я не занимаюсь публичной деятельностью уже год. Я думаю, вскоре... Фирамир пришел. Фирамир пришел. Не, я думаю, вскоре вернуться, на самом деле, в интернет. Просто знаешь, что я тебе хочу сказать? С новым 100% вагером X1, ребята. Не с казино. Казино — это не возврат в интернет. Ребят, ревку маткой только я заряжаю. Так что депайте по моей. Послушайте, ревки входящие. Для меня казино так, просто заработать денег, это явно не контент и не деятельность. Это такой стыд. Я работаю на галерах, чтобы прокормить себя и семью. Мразь, ты тебе не надо говорил, что... А почему? Я видел даже в нарезке в ТикТоке. А вот Молстрой, чё Молстрой? Вот он, ему кому-то есть дело до его мнения. Чувак вообще в кайф крутит. Мне тоже нравится казино, я тоже люблю. Это просто для меня контент. Почему это не контент? Ты вот так позиционировал, а теперь смотри, теперь переобулся. Это способ заработка. Это в первую очередь заработок. А на работу то ножками потопать не хочешь, там грузчиком похуярить? Или зачем, если я могу заработать больше, запустив стрим по казику? Зачем мне хуярить грузчиком за $400 в месяц, если...